Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть Dead Space. У нас сегодня 8-я серия. В прошлой серии мы уничтожили довольно-таки титаническую тварь больших размеров. Вообще, я приветствую вас на своем канале. Вы находитесь на канале Алекса Уинда. И зовут меня Алексей. Поехали! Куда же нам надо двигаться далее? Вот сюда. Сколько мы тут настругали уже этих... Что называется? Стружки, да? Да ты что ты, тварь? Хрен попадешь в тебя. Да ты что, не погибаешь, не умираешь, что ли? Надо же, какие-то прокачанные пошли. Смотри-ка ты, а. Ну-ка давай тут посмотрим, что тут есть. Пусто, все пусто. Там тоже ничего особенного. Пойдем. Так. А, вот сюда было. Господи, думаю, куда идти? Куда идти, что делать? Куда идти, что делать? Так. Техслужба? Сейчас они опять начнут нападать. Ну что, я готов? Давай. Ух ты, тварь, там уже какая-то фигня сидит. Вон. Что это такое? И... На тебе. Какой-то гнойник взорвался. Ах ты. Вон он засел там, сидит. Сдохни, тварь. Падла, да? Кто где там шагает, вышагивает? Ну-ка, где у меня огнемет? Давай-ка мы его сожгем. На тебе! Ты смотри-ка. Так, какой-то эту подобрали. Что тут сказать? Страшно, страшно, страшно. Доктор Кейн, что, черт возьми? Назад! Подойдешь еще на шаг, и я пристрелю его. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. С какого хрена у меня должны быть коды? Не ври мне. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы так же и капитана уделали. Давайте, стреляйте, если хватит духу.
Идиоты! Это единственный способ все остановить! Прекратить все это! Он совсем рехнулся! Вызовите охрану! Что это за хрень, а? Короче, безумие. Все, кто прикоснулся к обелиску, да? Че там, обелиск стоит? О, блин, начинается. Не знаю, стоит ли стрелять вообще, это парашу. Если она мне, в принципе, не доставляет каких-то хлопот, нафига она нужна тогда, да? Да, вот это картина, да? Вообще капец. Ну давай, иди сюда. Лифт. Так. Так. Чё, где кто? О! Промазал. Да пошли вы нахрен. Ну-ка давай, сейчас я с тобой разберусь хоть. Блин, хрен не попадешь, а? Это же вообще херота какая. Да похрену, стреляйте, все равно не попадете. Давай по тебе заеду. Хрен там что? Давай, я готов. Так что, открывайся. Эй! Господи! Это действительно ты. Кажется, прошло столько времени. Ты жива, что ли? Херота. Реально она жива? Или это просто какой-то призрак? Сейчас узнаем, призрак ты или нет. Так. Давай. Маяк, что ты ищешь здесь, рядом на складе? Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Как ты выжила-то тут? Никто не выжил, ты одна выжила. Тварь. Хрена себе. Еще? Нет? Да ты что, ты тварь, а? Ни хрена себе, а?
Ху-ху-ху, мы победили. Так. Вот. Гад. Да вы откуда все нахер? Да блин. На тебе. Блин, а? Еще будут? Есть. Дверь открылась. Я не могу до тебя добраться, но я что-нибудь придумаю. А мне-то как к тебе? Люблю тебя. Скоро все это кончится. Боже, ты куда? Ну, это вообще таз. Кажется, как будто это нереально просто. У него, может, глюки уже пошли? А, он. Подожди. О, дай сюда. Там что-то. Опа. Еще есть? Нахрен мне эта рука? Все, пошли, вроде все взяли. Так, порезали всех на мелкие кусочки. Топливо для огнемета. Вот огнемет мне не очень нравится, если честно. Айс, на какой-то миг я потеряла сигнал. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел маяк. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Так, нам подкинули защитный костюм 4-го уровня. Это вообще круто. Сейчас, значит, в магазине сразу же меняем все. Так, подожди, стоп. Надо еще магазин найти. У нас только один путь обратно. Получи. Достали они, честное слово. Блин. Нет, с этой лучшей херней не это. Да похрен. Да хоть застреляйтесь нахер. Блин. Как долго эта херота взрывается, вообще капец. Ну что, говнюки, а? Внимание, не снимайте защитный костюм класса А. Где вы там? Нахер. Да иди. Ну куда? Сюда пошли, ладно. Хрен с ним. Стреляйте там, стойте. Пошли в жопу. Ах ты, блин, зараза, падла. Так, нам денежки нужны, потому что сейчас надо будет костюм менять.
Фу, Атас. Атас просто. Просто Атас. Я открыла доступ к лифту на рудную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Мне кажется, астероид держит гравизамки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить. Так, куда нам надо-то сейчас? Вверх или вниз? Подожди. А, вот здесь мы не были. Ну давай. Здравствуйте, товарищи. Что тут происходит такое? Вот говнюк, а. Гад. Вот они достали, а? Твари. Получите. Так, подожди. Куда-то конкретно надо идти все-таки. Так, это есть. Пойдем посмотрим, что еще тут есть. Надо все смотреть, что мало ли что. Тут чего? О-о-о! Сдохни. Падла. Так, денежка. Блин, зараза, а! Что за херота? Так, сейчас разберемся, подожди. Вот что нам надо. Вот это вот нам и надо, да? Немножечко прокачаться. Так, верстак. А вон и магазин там есть. Так, плазменный резачок. Давай. Так, у нас два узла есть, да? Даже не знаю, может быть, все-таки автомат прокачаем. А то мы что-то все этот резак да резак. Вот мне нравится больше всего тут. Ну вот, импульсная винтовка еще. Давай, ее будем. Так, обойма, во-первых. Да? А, нет, так не пойдет. Давай, может, что-нибудь другое. Так, а лазерная винтовка? Жди. Пам-парам-пам-пам. А тут, видишь, как? Сразу же можно. По объему. Опа. И по ущербу еще, к тому же. Но она и так убивает вообще, капец. Давай резак лучше. Нет. Так, это мы все. Тут со всех сторон просто его. Так.
Так, мы бьем сейчас вот это берем, и потом ущерб еще. Опа. Так, и ущерб. Вот это уже будет по-нашему, да? Так, и сейчас костюм заменим. Ах ты, тварь! Ты откуда вылез, а? Ты что, у меня за спиной стоял, что ли? Блин, кого? Так, аптечечка. Пойдем. Так, пойдем сменим быстренько костюмчик, который нам нужен для того, чтобы биться там дальше с врагами, с нашими. Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи! Еще одна! Еще одна! Да, после таких звуковых аудиозаписок хреновенько станет. Так, загруженный костюм 4-го уровня. Где костюм? Так. 35 штук стоит. У нас 24. Что, давай продадим что-нибудь? Так. Аптечки жалко продавать. А, во. Продаем вот это. Это понятно. Стазисная батарея. Продаем. Еще. А еще. Еще есть? О! Прекрасно. 34 900. Хватит сейчас? Нет? А, 35 надо. Давай еще продадим. Так, что продадим? Ну, давай продадим. Да, господи. Стоп. Плазменный резак. А, плазменный резак у меня. Это понятно. Это наше великое оружие. А вот топливо огнемета может продать. Вот это да. Нахрен. Не нравится оно мне. Не нравится, не нравится. Так, 4-й уровень. Берем. Прокачиваться так полностью. Насчет оружия. Оружие, конечно, дело полезное, но все-таки защита должна быть. Явно круче. Круче стал. Много. Так, ну все, пока. Так, что? И маска другая стала. Маска другая стала, это точно. Ну, крут, крут. Давай сохранимся. Мы с тобой. Молодчина, одним словом. Так, теперь у меня тут 16. 16 залипашек, да? Как залеплю, залеплю. Все, нахер. Так, что тут?
Ладно. Ну что ж, давай поищем, где это у нас энергетический аккумулятор, да? Где он тут есть-то? Так, зато вот это нашли. Вот классе. Опять эта штуковина. Так, здесь только, по-моему, он один вот этот. Да? Второго-то и нет. Эй! Я уже думал, кто-то вылез. Сейчас разберемся. Твою мать. Начинается. Все? Все взорвались там нахер. Погнали. Чудо тут какой-то потолок низкий. Низенький потолочек. Ух ты! Сейчас начнут вылазить. Нахер. Так, нам куда? Сюда. Давай-ка пройдем сюда. Посмотрим, что тут есть. Так, график разработки, журнал разработки, Даллас, бригадир, второй инженер. До настоящего момента процесс переработки планеты шел как было запланировано, хотя мы и потеряли на время контакт с колонией. Первый срез был доставлен на борт уже через час после раскола планеты, обработан, очищен и переплавлен. Результаты превзошли самые оптимистические прогнозы. Обычно любая порода содержит 35% минералов, 5% окаменелости и 60% идет в отходы. Но тут мы получили 65% минералов и 0% окаменелости. Это составляет 6,5 тонн руды на каждые 10 тонн породы. Если только это была не аномалия, мы вскрыли настоящую сокровищницу. Ясно. Короче, золотая жила, да? Для промышленности. Там что, босс будет сейчас? Что-то мне дают целую кучу боеприпасов. Так. Так, и что там такое? О! Опять какая-то херотень. Зона невесомости. Ч
Что ж тут надо делать? Есть? Пошли, пошли, пошли. Время у нас есть. И баллончик есть, кстати. Да. Где выход? Господи. Так, мне сейчас куда? Так, я там все установил, да? Бомбочку эту установил, все сделал. Все, пошли. Все, погнали. Да, уровень, который мне не понравился. Какой-то он очень... С одной стороны, вроде бы особо сильно, но вот этих, на этих сколько я истратил пуль, пустую просто. А! Брат, что-то ты... Они не умирают нихера. Неприятный уровень вообще. Самое главное, непонятно, что делать. Поначалу. Просто вот реально не понимаешь, что делать. Так, не туда надо вообще. Так, сейчас надо вот это забирать.
Ясно? Так, ладно. Обед будет подан в столовой через 10 минут. Офигеть. Вот поедим. Поедим, это уж точно. Поедим с аппетитом, да? Ну-ка, давай сохранимся. Так, сейчас нам куда? Вниз, я так понял, да? Вот, наверх. Наверх. Да блин! Ах ты! Вот зараза, да? Ну, зато на лифте покатался. Это уже хороший знак, да? Покататься на лифте, да? Так, еще нападут эти мерзкие мелочи. Закрыто. Так, открывайся. Так. Так, что происходит? Груз 8772 запущен. Полетел. Маяк запущен. Все системы в норме. Сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Так, ну давай посмотрим, что здесь. Ох, веселье, ну веселье тут. Было с этой планеты. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Чё опять? Где кто? Сдохни, тварь. Хрена себе они тут. Да блин, умри ты нахер. Сдохни, блин. Достал. Вообще капец. Ты понимаешь, ты в них стреляешь, и они им похрен вообще. Можно всю обойму у них выпустить, и бесполезно вообще.
Ох-ох-ох. Ладно. Надеюсь, больше не будет таких. Сейчас еще на каждом шагу они появятся. Это туда надо идти. Давай-ка пойдем патронов хоть прикупим. Просто невозможно, слушай, без патронов вообще нереально. Ну, так. Так, плазменная энергия. Лазерный магазин. Импульсные заряды. И топливо огнемета. Ну, хоть маленько, хоть что-то. Ну, просто невозможно, слушай. Ну, постоянно нет оружия. И... хрен поймешь, как с этим бороться. Просто. Ну, пошли. Так, куда нам? Ждем. Так, и чё, куда? Куда сейчас надо-то? Подожди. Ну-ка. Вверх. Ладно. Погнали. Да ты что ты, мать твою, а? Господи. Горим. Ну, это просто вообще капец. Ты не ожидаешь даже, что что-то будет. Тебя уже кусают за горло. Так, ладно. Погнали. Ой, и здесь нахер. Ой-ой-ой. Здрасте. Блин. Да твою ты мать. Господи, да зарядись ты нахер, а. Просто капец какой. Просто иногда думаешь, бля, вот, блин, капец-то, первая часть, а. Да, блин, сдохнешь ты. Слава богу, а. Вообще капец. Ой-ё, надо каждую секунду, блин, бляха-муха, быть готовым. Это вообще капец просто. Куда идти-то?
Они уже кругом, понимаешь? Из ушей только не вылазит. А, все, мы улетаем. Уезжаем. Все, погнали. Другой уровень. Глава 7. Шаг в пустоту. Завершено. Блин, ну с этой планетой, мне кажется, да, это действительно самая тупая глава. Самая такая нервомотная, что ли, можно так сказать. Глава 8. Найти и спасти. Кого там находить и спасать? Опять. Слушай, там ведь его подруга. Или это просто глюки у них? А это говорит, что брата видел своего. Слушай, я даже не знаю уже. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Valor. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Ладно, разберемся. Так, патрончики. Патрончики, патрончики, патрончики. Блин, подозрительная тишина. Сейчас как начнется опять какая-нибудь херня. Твою ты мать, вот это рычание. Так, ну в магазине пока нам нехер делать. Скажем прямо. Так, и чего? Сюда что? Ох ты твою мать, а! Здорово, мужики. Так. Здрасте. Еще где-то. Блин, да вот это вот херота, блин. Ах ты твою мать, шакалы. На тебе. Не, ну это вообще капец опять. Опять начинается. Так, отдохни-ка пока. Еще где? Кто? Опять. Кто там опять? О, да вы что, мать вашу, а? Ну, зараза, папа. Да просто невозможно, а? Слушайте. Просто в шоке, понимаешь? Они уже прокачанные, хрен убьешь. Ах ты тварь, а? Да мерзкая ты тварь, сдохни. Да это капец какой-то, а? Так.
Ох ты, блин. Да чтоб вас разорвало всех. Чем дальше, тем все ужаснее на 100 рядов. Так, подбираем все. Так, плазменная энергия. Берем. Так. Хорошо. Так, заряжаемся, 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 если есть. Нет, ничего нет пока. И куда рвем? Уровень 2, давай. А. Уровень 1, не попасть? Не попасть. Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Все сдохло. Это радует. Сейчас спокойно мы берем все тут. Так. Сохраняемся. Так, дай бог, дай бог, дай бог. Сейчас стой, надо разобраться, что там. Кажется, щупальца у нее не отстреляешь. Ни хера не будет. Так, ну давай, давай, давай. Отходи. Ладно, давай к автомату переключимся потихонечку. Что тут с этой надо разобраться. Капец просто. О. Это просто жесть, ребята. Просто жесть.
даже не знаешь. Блин, с чего лучше начать? Отходи. Чего никак не влияет даже? Ух ты, влияет. Да отходи ты. Гори, гори, тварь. Ага. Да блин, ты сдохни, тварь. Ты смотри, что творится, а? Просто капец. Просто какая-то жесть. Так, что у меня осталось? Очень мало, да, всего. Так, ладно, давай-ка сохранимся. Что-то вообще... Покатила такая жесть адская, что просто я не знаю, как это назвать. Так. Так, здесь нифига, да? Здесь. Да, здесь. Только 3 заряда и все. Ну да просто вообще не понимаешь, что тут происходит. Да бери ты, господи! Блин, ты твою мать, а? Дави их нахер. Всех. Чего они так взрываются хреново, а? Неужели я их всех побил? Даже не верится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, просто капец. Просто капец какой-то. Рубиновый полупроводник. Хорошо, ладно. Это нам пригодится еще, да? Много раз до этого. Так, ладно. Ну-ка. Уйдите нахер с дороги, друзья, товарищи. Так, то же самое. Открывайся. Да неужели мы прорвались? Слушай, это вообще капец. Найти и спасти. В общем, очень такая тяжелая серия, нервная такая получилась. Просто не ожидал
Такие монстры и моменты неприятные, что просто не знаешь иногда куда деваться, но тут нечего пока прокачивать. Силовых узлов нет пока у меня. Вот, ну что ж, на этом я думаю, что серию эту закончу. Вот это у нас уже 8-я серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.